Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Мы продолжаем с вами чтение книги святого преподобного Никодима Святогорца. И книга называется «Невидимая брань». И сегодня мы с вами начинаем читать главу 13, которая имеет название «О том, как надлежит воевать против бессловесной воли чувственной и о деяниях, какие должна проходить воля, чтобы стяжать навык в добродетелях». Всякий раз, как бессловесная воля чувственная с одной стороны, а воля Божия совестью изрекаемая с другой, бурят свободное твое произволение и влекут его к себе, ища победить его. Надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, со своей стороны употреблять подобающие приемы, чтобы способствовать воле Божией одержать победу. Для этого первое. Как только ощутишь движение низшей чувственной и страстной воли, тотчас всеусильно воспротивиться им и отнюдь не допускать, чтобы твое произволение склонялось на них, хотя бы даже немного. Подави их, отжени, отрей, да то есть отгони от себя сильным напряжением воли. Следующее. Второе. Чтобы это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такового рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою. Разгневайся на них. Следующее, третье. Но в то же время не забывай взывать к подвигопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, ибо без него не можем мы иметь успеха ни в чем». И четвертое. Эти три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями. Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их поразить в самое сердце, для этого теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстное движение. А если можно, положи делать то и всегда». Это последнее, наконец, совсем избавит тебя от появления испытанных тобою нападений. Поясним это примером. Положим, что кто-нибудь оскорбил тебя чем-нибудь большим или малым, и у тебя поднялись движения неудовольствия и раздражения с внушениями отплатить. Да, вот здесь вот можем для себя такую отметочку поставить. Правда, ведь очень распространенное состояние. Потому что живем мы в жизни, где часто сталкиваемся с людьми, с какими-то событиями, и наше самолюбивое сердце зачастую всем этим задевается, испытывает действительно неудовольствие. Так вот, что же делать? Внимай себе и спеши сознать, что эти движения хотят увлечь тебя не на доброе. Потому встань в позу воюющего и защищайся. Первое. Пресеки эти движения, не давай им хода далее внутрь, и никак не допускай своему произволению стать на сторону их, будто бы правую. Это будет воспротивиться им. Да, то есть видим, что здесь в первую очередь мы должны всегда за собой наблюдать. Вот, наверное, большинство наших согрешений, которые в жизни совершаются, происходят по невнимательности нашей. Ведь чаще всего человек, особенно человек верующий, как-то не стремится все-таки творить зло. И всякий грех воспринимается нами действительно как трагедия. И всякий раз мы задаемся этим вопросом, почему же так, почему же опять это произошло? Как же, где же я был? И действительно, а где же я был? Где было мое внимание, где были мои мысли? А ведь вот что надо делать, да, то есть пресечь движение, не дать им хода внутрь себя в сердце свое, да воспротивиться им. Второе. Но они все стоят пред тобою, готовы опять к наступлению. Восставь потому неприязнь против них, как против врагов. И разгневайся на них по чувству самосохранения, пока можешь искренне сказать «неправду возненавидих и омерзих» или «совершенную ненавистью возненавидих я во враги бышами». Это сильный удар, и они отодвинутся, но не исчезнут. Затем,
Третье. Взывай ко Господу. Боже, в помощь мою во мне. Господи, помощи мне, подчися. Да, то есть, Господи, поспеши помочь мне. И не переставай взывать, пока и следа не останется вражеских движений и не водворится мир в душе. И четвертое. Умирившись так, сделай оскорбившему тебя нечто такое, чтобы показывало твою к нему мирность и благорасположение. Слово дружеское, одолжение подручное и тому подобное. Это будет исполнением того, что заповедует святой Давид. Уклонись от зла и сотвори благо. Такого рода действия прямо ведут к навыку в добродетели, противоположные тем страстным движениям, которые смущали. А навык сей есть поражение их в сердце или умерщвление. Такого рода действия потрудись предупредить или сопроводить или заключить таким внутренним решением, которое навсегда делало бы невозможным подобные страстные движения. Именно в предлагаемом примере, сочтя себя достойным оскорбления всякого, произведи в себе желание оскорблений и всякого рода онеправдываний, возлюби их и стань готовым с радостью встречать и принимать их как спасительнейшие врачества. В других же случаях другие соответственные чувства и расположения старайся возбудить и утвердить в себе. Это будет изгнать из сердца страсть и заместить ее противоположной ей добродетелью, что и есть цель невидимой брани. Предложу тебе общее на все случаи указания по руководству святых отцов. Три у нас в душе части или силы – мыслительная, желательная и раздражительная. От этих трех сил по причине повреждения их рождаются и троякого рода неправые помыслы и движения. От силы мыслительной рождаются помыслы – неверия, неблагодарности к Богу, иропотливости, богозабвения, неведения божеских вещей, нерассудительности и всякого рода хульные помыслы. От силы желательной рождаются помыслы сластолюбия, славолюбия, сребролюбия со всеми их многочисленными видоизменениями, составляющими область самоугодия. От силы раздражительной рождаются помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и вообще все злые помыслы. Все такие помыслы и движения следует тебе побеждать показанными приемами. Старайся всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им добрые чувства и расположения. Вместо неверия – несомненную в Бога веру. Вместо ропотливости – искреннее благодарение Бога за все. Вместо богозабвения – непрестанно углубленную память о Боге вездесущем и всесодержащем. Вместо неведения – ясное созерцание или в уме перебирание всех спасительных истин христианских. Вместо нерассудительности – чувства, обученные в рассуждении добра и зла. Вместо всяких хульных помыслов – богохваление и словословие. Равным образом, вместо сластолюбия – всякое воздержание, постничество и самомерщвление. Вместо словолюбия – смирение и жажду безвестности. Вместо сребролюбия – довольство малым и нищетолюбие. Также вместо гнева – кротость, вместо ненависти – любовь. Вместо зависти – сорадование, вместо мщения – прощение и мирность. Вместо злорадства – сострадание, вместо зложелательства – доброходство. Кратко совмещу все сие со святым Максимом в следующих положениях. Мысленную силу свою укрась непрестанным к Богу вниманием, молитвой и ведением, да то есть знанием божеских истин. Силу желательную – полным самоотвержением и отрешением от всякого самоугодия, а силу раздражительную – любовью. И верное слово – свет ума твоего никогда не помрачится в тебе, и сказанные недобрые помыслы не возмогут найти в тебе места. Если ты самодеятельно будешь восставлять в себе утром, вечером и в другие часы дня исчисленные добрые чувства и расположения, то враги невидимые не приблизятся к тебе. Ибо в таком случае ты будешь походить на полководство, которое непрестанно осматривает ополчение свое и строит его в боевой порядок. А на такого нападать, как враги это знают, неудобно.
Останови побольше внимания свое на последнем пункте. На действиях, противоположных тем, каким влекут страстные помыслы, и на водружение в сердце противоположных страстям чувств и расположений. Только этим способом можешь ты искоренить в себе страсти и стать в более безопасное положение. Да, вот тоже здесь мы с вами можем остановиться, чтобы несколько подумать. Ведь и правда, многие наши падения продолжаются, ведь, кроме всего прочего, еще и потому, что на место их после нашего покаяния, после исповеди, после того, как Господь очистит сердце наше от зла, не приходит что-то доброе. Ведь мало освободить сердце от зла, необходимо наполнить его чем-то добрым. И здесь, наверное, уместно нам вспомнить тот евангельский отрывочек, где Господь говорит о том, что когда дух злой покидает человека, ходит по безводным местам, не находя себе покоя, возвращается. И видит, что ту комнату, которую он оставил, видит ее пустой, выметенной, прибранной, но пустой. И тогда что получается? Как в Евангелии сказано, идет и берет 7 духов злейших себя, возвращается и бывает человеку тому последнее хуже первого. Вот часто и в нашей жизни, видимо, происходит так же. Мы видим свои грехи, мы каемся в них, оплакиваем их. Но от того, что мы не спешим тут же приучать себя к какому-то добру, которому действительно нужно приучать, зачастую с трудом, с великим терпением, с настойчивостью, от того, что мы не спешим это делать, то греховный навык очень скоро возвращается к нам. Привычка согрешать вновь овладевает нашей волей. Но смотрим дальше. В общем-то, да, об этом здесь дальше пишется. «Ибо пока корни страстей остаются внутри, они всегда будут производить из себя свои порождения, и ими затуманивать лик добродетелей, иногда и совсем закрывать и вытеснять». В таких случаях мы подлежим опасности опять впасть в прежние грехи и сгубить все свои труды. Знай поэтому, что этот последний прием должен тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься, ибо как навык этот взял силу над сердцем частным повторением известных действий в удовлетворение живущей в нем страсти, так напротив, для ослабления и уничтожения такой власти надлежит, кроме сердечного его отражения, употребить противоположные прежним действиям противные страсти, бьющие и поражающие ее». Их учащение прогонит страстный навык, убьет движущуюся в нем страсть и укоренит в сердце противоположный добродетель и навык к соответственным ей делам. При этом я не стану много тебе толковать, так как это само собой видно, что для приобретения добрых навыков необходимо делать больше дел добрых, чем для навыков недобрых требовалось дел недобрых. Потому что худые навыки скорее укореняются, имея помощником и с поспешником себе живущий в нас грех или самоугодие. Посему, как не будут казаться тебе трудными и неудобоисполнимыми такие противные твои страсти действия, то по причине еще немощности твоей доброй воли, то по причине сопротивления тому твоей воле страстной, самоугодливой, ты ни за что не оставляй их, но всячески нуть себя их делать». Пусть они не совершенны вначале, но всячески они поддержат твою твердость и мужество на брань и успособят тебе путь к победе. Приложу еще. Стой бодренно и, собравшись в себя, внимай, борись мужественно и борись не только с великими сильными, но и с малыми, легкими движениями каждой твоей страсти, потому что малые открывают дорогу для великих, особенно когда обратятся в привычку. Опыт уже не раз подтверждал, что когда кто мало заботится об отражении от сердца малых страстных пожеланий и мало обращает на это внимание после того, как преодолел уже великое, то такой подвергается внезапным и неожиданным нападениям врагов и таким сильным, что не устаивает в борьбе и падает еще горше прежних нападений.